Всем здравствуйте, доброго времени суток. Сегодня 54-й день моего похудения. На завтрак у меня творог, банан и перетертая смородина с малиной. Ну и, конечно же, чашечка кофе. На обед у меня овощное, мясное рагу, даже не знаю, как это назвать. Но, возможно, не очень красиво смотрится, но это очень вкусно. Баклажаны, грибы, немного свинины, морковка, перец, зелень. Очень вкусно. На перекус у меня кукуруза. На ужин у меня 3 небольших тефтели и салат из капусты. Сегодня 55-й день моего похудения. На завтрак у меня сначала стакан воды. Позже я приготовила себе 2 яйца с овощами. Баклажаны, помидор, перец. Очень вкусно, очень сытно. Ну и, конечно же, чашка кофе. На обед у меня 2 ложки гречки, ложка подливы, котлета и огурец. На перекус вкусный сладкий арбуз. Очень печально, что они скоро закончатся. На ужин у меня лесные грибы, курица и имбирь. Ребят, всем огромное спасибо за вашу поддержку. Кто худеет, легкого похудения. Всем удачи. Пока-пока.